Это Любовь Соболь. 53% россиян заявили, что готовы лично участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Это показал новый опрос Левада-центра. Это огромный процент. Просто представьте, что на митинг в Москве выйдет хотя бы 10% населения города, а это 1,5 миллиона человек. Такой протест сразу же изменит политику в России и вынудит власти пойти на прямые переговоры с людьми. Еще совсем недавно, в марте 2018 года, соцопросы показывали совсем другие цифры. Против абстрактной темы падения уровня жизни или защиты своих прав были готовы протестовать только 8% граждан. Такой огромный рост желающих выходить на улицы и протестовать показывает, насколько люди не хотят проведения пенсионной реформы, насколько это плохо лично для них. И никакие рассказы о том, что это на пользу, не действуют. Вы говорите людям, что они должны поработать лишние 5 лет и не получать пенсию лишние 5 лет. Какая польза? Или вы хотите объяснить, что им это выгодно? Серьезно? Судя по всему, наши власти недооценили, насколько люди возненавидят эту реформу. Именно поэтому сначала Путин хотел дистанцироваться от этой темы, и нам рассказывали, что он ей якобы не занимается. Хотя кто поверит, что такую серьезную реформу могли не согласовать с Путиным? Но очевидно же, что никакое правительство на такое самоуправство не пошло бы. Но потом они посмотрели на падающие рейтинги и поняли, что пора что-то делать. Роль доброго царя, который дарует послабление, конечно же, досталась Путину. Он выступил с обращением, в котором повелел повысить пенсионный возраст не на 8 лет, а на 5. И СМИ сразу начали писать заголовки, что Путин смягчил пенсионную реформу. «У нас украдут не 3 миллиона рублей, а 2. Ура, так что ли?» Заголовок должен был звучать как? Путин подтвердил, что женщинам повысит пенсионный возраст на 5 лет, но, к сожалению, звучал не так. Ну и закончил свое выступление Путин потрясающе, с фразами «абсолютно искренне» и «прошусь отнести к этому с пониманием». Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну. Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Судя по тому, что больше половины россиян хотят выходить на акции протеста, не очень-то люди готовы относиться с пониманием к такой реформе и правильно делают. 5 лет. Федеральная служба исполнения наказаний проведет новую проверку в Ярославской колонии, где пытали заключенного Евгения Макарова. 20 июля видео с избиением Макарова опубликовала «Новая газета». После этого возбудили уголовное дело о превышении полномочий, а сотрудники колонии, запечатленные на видео, были арестованы. Адвокаты Макарова жаловались на избиение и раньше, как и адвокаты других заключенных из этой колонии. Но дело возбудили только после появления видео и когда пытки стало невозможно игнорировать. И вот теперь замминистра ФСИН заявляет, что работа идет, и они просто не кричат на каждом углу о результатах. Во ФСИН что, не знали, какая ситуация в колонии до статьи в «Новой газете»? Все они знали, но дело не возбуждали и возбудили только после публикации видео в СМИ. Господа ФСИНовцы, люди будут кричать, потому что у вас в 2018 году людей пытают. И сколько бы вы ни делали заявлений, что вы категорически осуждаете избиение, люди знают, как работает система и не верят вам. Вот, например, новости из российской колонии. Сотрудники ФСИН, расстроенные их проигрышем сборной по футболу, избили заключенных. Как думаете, делали бы они это, если бы не было так принято? Если бы они знали, что это не одобрялось в их среде многие годы? Ответ же очевиден. Так что не надо нам рассказывать, что у вас все хорошо, и вы расследуете все случаи пыток и унижения людей. Просто сделайте так, чтобы у вас не били людей, а потом будете рассказывать о своей работе, и мы вас похвалим. На телеканале «Россия» вышла новая программа «Москва, Кремль, Путин». В течение часа Владимир Соловьев и не только он обсуждали, что Путин делал на прошлой неделе, как он собирал грибы с министром обороны и какой он человечный. И это не шутка, это действительно показывали по телевизору. Хочется спросить после такого, вы серьезно? Сейчас же не 75-й год, когда по советскому телевидению хвалили Брежнева. Сейчас эпоха интернета, мемов и троллинга. Или это такой ответ Кремля на падение рейтингов Путина после повышения пенсионного возраста?
За последнее время рейтинг президента действительно существенно упал. Это фиксируют даже близкие к власти соцслужбы. Например, по данным фонда «Общественное мнение», количество желающих проголосовать за Путина с мая снизилось аж на 18%. И тут на федеральном канале выходит программа, где рассказывают, какой Путин человечный. Как говорил другой телеведущий с телеканала «Россия» Дмитрий Киселев, совпадение не думаю. Администрация президента вообще гений пиара. Путин у нас уже катался на Ладе Калине, доставал амфоры, летал со стерхами, а теперь вот грибы собирает и деревья спасает. Прямо вижу, как нам этим говорят. Давайте все забудем, что миллионам людей теперь придется на 5 лет больше без пенсии жить, и что у нас цены на бензин на 3 рубля выросли. Телевизор и пропаганда, безусловно, работают. Если бы по федеральным каналам показывали бы расследование о друзьях Путина, то его рейтинги были бы совсем другие. Но и у телевизора есть предел. Нельзя объяснить миллионам людей, что им выгодно, когда у них отнимают деньги. Интересно, что будет дальше? Фото Путина на детских значках, как было с Лениным при СССР? Культ личности, как во времена Сталина? Или что-то особое, путинское, чего еще не было? От нашего телевидения и не такого можно дождаться. Но надежда есть. У нас есть интернет. И сколько бы они ни пытались регулировать интернет и сажать людей за лайки, в интернете все равно будут говорить правду. А над программами с восхвалением вождей будут смеяться. Это была Любовь Соболь. Подписывайтесь на наш канал.